Здравствуйте, друзья. Мы вышли из офиса нашего. Это наше офисное здание, где находится Портнов Computer School. Я хочу сказать, что вот когда выходишь, прямо первое, что ты чувствуешь, выходя из офиса, как шибает в нос запахом дыма, гари. Вы, наверное, в курсе, горят леса относительно недалеко. Давайте я в ту сторону тоже покажу. Там вот паркинг наш. И вот там видно туманчик, да, Ань? Видно? Видно, видно. Вот. Но я не знаю, если им видно. Ну, вот да. Ну, да, мы тут живем, мы как бы знаем, как обычно это выглядит. Есть некий туман и пахнет гарью. До пожаров, может быть, миль, ну, может быть, 100, я не знаю. Это часа два на машине ехать, если без трафика. Красивейшие места, буквально это одни из самых красивых мест вообще в стране. Изумительные места. И вот до нас дым дошел, видимо, ветер в эту сторону. Анечка, а что там у вас в школе с детьми, расскажи. Написали смс-ку со школы, что due to changing, так, в связи с меняющимися условиями воздуха с умеренного до нездорового, так, детей будут держать в помещении. Но что интересно, у нас в помещении кондиционер, видно, это как-то подбивает, потому что запаха дыма нет. Воздух идет с улицы, но у нас не пахнет ничем. Ну да, но у нас принюхиваться, если то пахнет. Есть, да? Есть. Я не чувствовал. Вот весь день сижу, а когда на улицу вышло, прямо сшибает в нос. Да, есть такое. Ой, господи. Ну, в общем, друзья. Сказали, вот и... сегодня ночью будет самый пик ветра, пожаров. Пожаров? Вроде как. А что вот, пик почему? Не знаю. Вообще, надо сказать, что там, где горит, места не такие сухие, как у нас. Вот там, на самом деле, гораздо больше влаги выпадает в дождях. То есть у нас суши? У нас тут суши, да. У нас тут суши. Там, туда, на север Сан-Франциско, там более влажно, чем тут. В общем, такие вот дела. И, ну, я не могу сказать, мы вам будем докладывать о ходе пожаров, но там уже и люди есть погибшие. И там выехать нельзя было, не могли, кто-то не мог выехать. И хорошие места, и дома дома уже, знаю, дома у многих. Дома горят, да. И вот мы тут недавно с несколькими людьми вот беседовали на эту тему. Говорят, вот меня спрашивают, ты был когда-нибудь в Хатыни? Я говорю, да, был. И вот там действительно в Хатыни, там мемориал такой, там такие печки торчат, знаете, ну, такая имитация труб от печей в сгоревших домах. Действительно что-то вот такое похожее. Так что, в общем... Такие вот дела невеселые. Не знаю. С утра вот я дома я был отсюда, там минут 15 езды, ничего не чувствовал. Абсолютно. Нет. С утра мы чувствовали, знаете, когда два дня назад, когда вот первая ночь была пожаров, так. Мы с утра вышли в школу ехать и чувствовали. Но, а потом как-то оно ушло, может, ветер поменялся. И вот сегодня опять на нас дует. Ну, в общем, мы оперативно рапортуем, правильно говорю? Мы надеемся, что это все закончится уже. Ну, дай бог, скорее. Дай бог. Хорошо, давай помашем ручкой. Счастливо. Счастливо.